Всем привет! Сегодня хочу привить на большую бугенвиллию еще два разных сорта. Я уже два раза пыталась, не получается у меня прививка никак. Но я все равно добью и все равно привью. Очень красиво будет. В прошлый раз я прививала, делала прививки уже такой на коричневую, такую, знаете, кору. Вот, на старые прям вообще. Сейчас хочу попробовать привить. Вот, знаете, такая вот кора, она не коричневая, а такая зеленая еще. Хочу попробовать вот так сделать еще. И я в прошлый раз делала расщеп, посередине делала разрез и туда вставляла, да, как колышко. А сейчас хочу просто сбоку у обеих маленько убрать и их срастить. Попробуем так. Но сейчас придется вот эту ветку немножко почистить мне. Освободить ее. Одну мы привьем, я сюда привью, и можно с другой стороны сделать прививку. Привью. Тот у меня сорт, она цветет таким, знаете, сиреневым, таким цветом. Вот. А это у меня красная. Наверное, вот это я вот так вот сейчас срежу. Вот. Тоже, видите, у нее как бы плотная, не коричневая, а зеленая. Это, кстати, у меня вот эти вот два кустика, которые я посадила в одну кашпо. Вот одна у меня цвет набрала, а красная пока не цветет. Вот я их хочу и попробовать. Красную я уже отрезала, череночек, и от этой тоже черенок возьму. Вот здесь вот почечка, я ее оставляю, а вот эту почку как-то вот неудобно. Так, почки даже оставили, я хочу вот так вот кору немножко вот так вот убрать, вот так, вот. И у второй также. Сейчас я примерно посмотрю. Вот так же. Вот так. Их вот так вот нужно потом плотно друг к другу вот так. Смотрите, как хорошо. Вот. Теперь главная задача их хорошо стянуть. Я для прививки купила ленту ФУМ. Она хорошо, вот прям вот мне нравится, как ей вот так вот прям плотненько так вот перематываем. Вот это все. Нужно прям, знаете, плотно. Прям плотно к друг другу. Вот так вот получилось. Теперь я хочу вот так вот пакетик одеть. Такой создать ей микроклимат. Вот
эту вот хочу вообще убрать ветку. Она не нужна. Как-то вот так вот. И, наверное, я вот эту вот ветку тоже хочу убрать у нее. Вот она такая худая. Лучше ее убрать. Пусть она лучше ствол утолщает. Не тратит силу вот на такие вот. Вот колючая. Так, вторую я беру вот этого сорта веточку. Это вот это получается. Здесь также вот почка, я вот так вот здесь собираю кору, вот так, у них вот эти вот почки совпадали, наверное, вот так вот, что ли. Так, сейчас вот эти вот я тоже вот так вот убираю. И хорошо друг к другу их нужно притянуть. Вот так получилось. Также одеваю под кистик. Вот эти листочки тоже нужно оборвать с ветки. Ну вот, сделала две прививки разным сортом. То есть на ней сейчас три сорта, в итоге как она сиреневая, красная и оранжевая. Но я настойчивая, все равно добьюсь этих прививок. Даже если эти вдруг не получится, я заново буду прививать и буду снимать. То есть первый раз я уже говорила, что я прививала на такие уже старые ветки, которые кора коричневым цветом была. Сейчас кора зеленого цвета. Думаю, на молодых лучше прибьется. Решила пополнить свою коллекцию бугенвилли. И вот добавила еще три сорта. Это у меня вариатная. Цветет она красным. Это Калифорния Голд. Прям желтые такие цветы. Очень красиво, цветет обильно. И вот это вообще красотка. Это называется Snow Cup Milti. То есть она, знаете, какая? Она пестролистная. То есть у нее разным цветом будут предцветники. Ну все, всем спасибо. Пока-пока. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал.